произведем закупку на неделю, зайдем в магазин Меркадона и также посетим Дарья. В Меркадоне мы купим колбасу, мясо и всякие мясные продукты, а в Дании, как всегда, овощи и фрукты. Поехали. В Меркадон просто так не попасть, надо отстоять очередь. Стоим, ждем. Мы ждем своей очереди, а собака ждет своего хозяина. Даже когда же он выйдет, его дорогой хозяин. Ну не грусти. Счастье купит вкусняшку какую-нибудь. Да, Дэйд? Скажи всем зрителям привет. Итак, нам надо выбрать с вами чулету. Так, цена у нее за килограмм 4,59 евро. Так, теперь нам надо выбрать курицу. Разнообразные виды курицы, ее составные части. Мы берем бедра. Выбираем хлебушек. Ну, в основном берем вот эти батоны. Вот эти штучки. Килограмм клубники стоит 2,49. Цены в Дании намного ниже, чем в Меркадоне, на все овощи. Здесь в сравнении написано, что в Дании стоит перец евро 89, в Меркадоне 2,99. Помидоры я купила за 0,89. Извиняюсь за голос, который получается в магазине, потому что в маске. Без маски не пускают. Вернулись с магазина и купили вот столько на 30 евро. Смотрим. Йогурт. Я его уже показывала в прошлый раз. Цена за такую упаковку 1 евро. Перец на 80 центов. Помидорки на 1 евро. Еще одна упаковка йогурта. Орешки, миндаль. Яблочки на 3,62, красные, килограмм, евро 15. Еще одни орешки, уже кешью. Чеки. Хлеб. Колбаса 2 штуки, очень вкусная, натуральная, из натурального мяса. Две бутылки молока по 1 литру. С коробкой. Сыр 300 граммов Гауда, уже в нарезке идет. Произведен в Голландии.
салфетки обычные для вытирания рук. Ну и просто использовать. Это для туалета штучка. Это всегда чек. Последний пакет у нас остался. Хлеб потом. Шпинат. 300 граммов. Свежий, хороший, полезный. Вот она, чулетка, которую все спрашивали, что такое чулетка. Ну, по-русски можно сказать, это отбивная. Очень вкусно жарить. И курица. Курицу мы берем сразу побольше. Такая вот упаковочка вышла на 4 евро. Здесь 5 до 6 упаковочков. Вот такое количество еды мы приобрели. Давайте посмотрим по чекам, что у нас вышло. Так, первый чек у нас вышел на 9 евро, 9,14. Это Меркадонна. Здесь мы купили чулетту, курицу, шпинат и 2 батона по 45. Дальше у нас это мы купили уже в Дании. Мы купили перец, он вышел на 80 центов. Томаты вышли на 1 евро. Так, еще один чек у нас с Дании. 2 йогурта мы здесь приобрели по евро. Кешью 2 евро стоит, 150 граммов. Альмендрес, это у нас миндаль, стоит он 2,44 за 200 граммов. И яблоки за 3 килограмма у нас вышло 3,62. Так, еще один чек. Он у нас вышел на 10 евро. Здесь у нас колбаса за 2 штуки на 4 евро. На 4 евро одна стоит. Значит, 2 евро. Молоко по 90 центов за 2 штуки. Евро 80. Сыр евро 70. Для туалета евро 40. И салфетки за 1 штуку 0,55. За 2 штуки евро 10. Дорогие друзья, вот и закончился разбор наших покупок на неделе. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. Всем пока-пока!